Всем доброго времени суток, с вами Горыныч и 64-я часть видеопрохождения игры Ведьмак 2 Убийца Королей. Так, эта часть называется Штурм Вергена. Напомню, нам нужно поспешить из покинутого кайдвенского лагеря в сторону города Верген, который в данный момент кайдвенские войска штурмуют. Ой. Так, здесь, в принципе, мы нифига не найдем, кроме там всяких кусков дерева и разной чуши. И Верген нам придется идти обходными путями. Это вот, если вы помните, часть Убийцы Королей. Это надо пройти ущельями, через которые шли убийцы. И чуть-чуть там свернуть в другую сторону. Просто тогда тут ход был заблокирован, так как там призрачная битва продолжалась. Опаньки, а это что здесь делает? Хрен с бугром. Вообще нападает, сука, Гаврила, блин. Служил Гаврила космонавтом. Дезертир какой-то. Такс. Пока Геральт бежит, давайте обсудим эту веселую новость по поводу корпорации Microsoft, которые запретили торговать Windows 7 и приставками Xbox 360 в Германии. Немцы вообще как такую чушь устроили, ёкарный бабай. Блин. Теперь там черный рынок будет, блин, во-первых, процветать, а во-вторых, кто запретит немецким пользователям через интернет приобретать и то, и другое. Я так думаю, что Microsoft, конечно, оспорит решение немецкого суда, но пофиг, у них продажи вряд ли очень сильно упадут. Единственное, что спекулянты просто поднимутся на этом, только и всего. Да, немецкий суд, как армянский комсомол. Сами себе создаем трудности, сами же их преодолеваем. Хрень, короче, какая-то. Так, Роше, блин, давай беги уже. На него особенно не рассчитывайте, он, видите, там где-то в хвосте плетется. Опаньки. Это Андруби и еще какой-то херс бугражный. Это заслон такой же. Из кайдвенских солдат. Арбалет у него тут завис. Вообще пипец. Так, пока врагов не слишком много. Гарпии появились. Зараза. Гарпии вроде подействовали на одну гарпию. Но это так, что он, сука, жрет очень много энергии, поэтому если у вас ее не очень много и врагов не так, чтоб очень, лучше его не употреблять, не применять, так скажем. Время достаточно будет квен и арк, если нужно. Вот мы идем как раз дорогой, по которой шли убийцы королей, куда бегал Геральт. Вот еще гарпия. И одна Ириня. Ириня — это их мама, что ли, или папа. Сильный удар серебряным мечом рубит. Если не можете гарпию достать, сбивайте ее с
из воздуха знака Март, потому что это белое. Так, пособираю-ка я всю эту чушь. Он пригодится, чтобы мутагены поделать. Хотя вот видите, на среднем уровне сложности мутагены не часто нужны вообще, в принципе. Есть, конечно, исключения из правил. Ну, по идее, если очень много народу, с кем вы сталкиваетесь, больше там четырех, достаточно выпить вегивогу с ласточкой. Это или тролль. Просто ласточку. Осторожно. Идеальный вариант — одним чайка и волга ласточка. Шею, я не корова. Если затяжное сражение с сильным волком, это кряква и филин. Все остальное не очень чего надо? Нужно. Так, Ведем вот мы встретили троллиху. Можете ее, конечно, мучкануть, но тогда не услышите массу полезной информации. Старый вернется и разорвет. Успокойся, глупая баба. Мы идем в Верген. Ну, она просто расскажет, иди, что здесь куда хочешь, прошел лето сюда. И прохлашало детасер и дебри. Да. Кто уходит? Люди. Француза, ядрёный. Может, облегчим муки этого чудовища? Трошей что-то кровожадный такой. Подожди. Кто тебя беспокоил? Попробуй вспомнить. Возьмак. Другой. Лысый. Шастал тут. Большой. Ты разговаривала с ним? Я хотела, а он мне в морду. Старого позвала на помощь. Возьмак вынул меч. Кровь течет. Старый лежит. Раненый. Возьмак говорит... В Локмин спешит. В Локмуин. Ты уверена, что в Локмуине? Локмин, говорю же. Счастье наше, говорит, в Локмин спешит. Иначе отрезал бы старому... Ты уже говорила. А кто еще туда проходил? Баба. Из тумана вылезла. Воняла. А как она баба, выглядела? Которая воняла. Как людская и вылезла из тумана. Баба. Прикол. А конкретней? Пашка странная такая. Как большое яйцо по бокам. Шала. Говорила Верген. Больше ничего. Спасибо за милую беседу. Ну, вот мы теперь знаем, что Шала. Видишь, она не кусается. В Вергене. Мы как раз туда и спешим. Уходите. А после приятных разговора с Тролихой не забудьте обыскать обломки корабля. Пусть не будет. Помните побочный квест? Мистические воды. Вот тот второй корабль, который пропал. Вот мы сразу получаем новый этап заданий и дневник с корабля. И здесь говорится, лужа, всей остальной фигни и плюс еще каком-то артефакте. Накладки из панциря уранов. Так, этот квест, конечно, продолжится в третьей главе. Там мы как раз найдем кое-чего. Вот видите, еще тут у нас трофеи от Гарки. Тоже неплохие, но несравнимы с Драугом. Да, и кстати, мы в этом сундуке нашли вранский кузнечный инструмент. Вот. В третьей главе мы получим достаточно неплохие доспехи. Если все сделаем правильно. Так, ну опять гарпии. Вы можете сразу бежать по направлению, но я решил чуть-чуть
подбить удар тебе, хотя бы опыт дадут. Клинками кидается вообще. Забавный какой-то. Вид сверху. Опять горка. Да что ж ты будешь делать? Зафили какую-то. Ладно, почему мне не заполняется шкала адреналина, хотя я пользуюсь вашим знаком. Может, из-за хрена? Ладно, попозже разберем. Так, ну, побежали дальше. А, вот мы с вами видим тролля, мужа троллихи, на который нападают студенческие солдаты. А, вот мы не тронули его женушку, поэтому тупо мучим солдат. Если бы мы ее убили, тролль бы напал на нас. Как-то мне не хочется его убивать, поэтому. Спасибо. Добрые люди убили злых. Добрые люди убили злых насмерть. Береги себя, тролль. От ущелья дорога. Да, и за это мы сейчас получим ачивку. Видали? Конечно, видали. Как она там? С ней все хорошо. Только не буди ее, а то она тебе башку оторвет. Моя старая. Любит меня, печенку свежую дает. Уже полно разговаривает. Ну, достижение друг тролля. Так, сейчас посмотрим, что здесь можно сделать, побежим дальше.